Вот он, знаменитый камень Афродиты. Место паломничества туристов на Кипре. Здесь непременно побывать. Тысячи лет назад здесь жили люди. И сейчас живут. Только сейчас они ездят вот по таким дорогам. Вот на таких видах транспорта. А цены на бензин только разные. А камень Афродит как стоял, так и стоит. А цены на бензин растут и растут. Thank you.